Всем привет, друзья! Не заводилась бензокоса, бензиновый триммер полностью раскидал. Нашел причину. Сейчас расскажу, от чего нужно плясать. Начинайте с малого. Проверяете вначале свечу, затем проверяете катушку. Здесь на искру, чтобы была искра. Если искра стабильная, уже нужно копать дальше. Проверяете карбюратор. То есть разбираете карбюратор, чистите, может быть, за зиму что-то клапан закис, залип. Ну и затем уже смотрите внимательно, обсматриваете протяжку цилиндра и затяжку карбюратора. Вот у меня как раз таки причина была в подсосе воздуха между цилиндром и, получается, блоком бензокосы. Я протянул цилиндр, и также вот видно, что здесь вот мокрело вот это вот место, переходник. От вибраций, то есть бензокосой много работаю, оно раскрутилось. Но это, наверное, скорее всего, раскрутилось из-за того, что была сборка некачественная, не затянутый шуруп. И вот в этом месте был подсос воздуха. Ну, естественно, если есть подсос воздуха, бензокоса не заведется. То есть, это я сейчас все протянул, и даже уже не собирая, я могу сказать, что причину я устранил, и бензокоса будет хорошо работать и хорошо заводиться. То есть, повторяюсь, подсос воздуха может быть между цилиндром и блоком. И подсос воздуха может быть между цилиндром и карбюратором. Там нужно искать места, протягивать, при необходимости менять прокладки. Всем удачи, до скорых видео.